парк для меня – это игры с ребенком на свежем воздухе. Парк для меня – природа и вдохновение. Парк для меня – это прекрасные тренажеры на открытом воздухе. Для меня парк – это спорт на свежем воздухе. Парк для меня – это занятие йогой. Для меня парк – это занятие скандинавской ходьбой. Парк для меня – это профессиональная трасса, где могут тренироваться как олимпийские чемпионы, так и любители всей нашей могучей, огромной страны.